Господь спасет народ. В сердцах разбитых и пустых огонь зажжет. Твоя любовь, Господь, омоет грех. В своей бескрайности она объемлет все. Все те, кто ищут, все найдут, тем, кто стучат, откроют дверь. Все те, кто жаждут, все придут, в воде живой, в воде живой. Ты ждешь, как любящий отец, своих заблудших сыновей. Ты ждешь, ты любишь, ты просишь, когда они придут домой. Твоя любовь, Господь, растопит лед, поймет, простит, разрушит страх, поведет вперед. Твоя любовь, Господь, приносит жизнь, зовет идти в свой чудный свет, поднимает ввысь. Все те, кто ищет, все найдут, тем, кто стучат, откроют дверь. Все те, кто жаждут, все придут, в воде живой, в воде живой. Ты ждешь, как любящий отец, своих заблудших сыновей. Ты ждешь, ты любишь, ты простишь, когда они придут домой. Все, кто ищет, все найдут, тем, кто стучат, откроют дверь. Все те, кто жаждут, все придут, в воде живой, в воде живой. Ты ждешь, как любящий отец, своих заблудших сыновей. Ты ждешь, ты любишь, ты простишь, когда они придут домой, идут домой. Аллилуйя, слава, Господь, воистину наш дом там на небесах. Мы здесь странники, мы здесь пришельцы. Мы, Господь, ищем горнего. И Авраам искал города, художник и строитель которого сам Бог. Он слышал об этом, он знал об этом. Он стремился к этому уже тогда. А сегодня мы, когда ты дал нам твое откровение, когда дал нам слово, мы хотим видеть этот город верой. Аллилуйя. Ибо этот город, Новый Иерусалим, это брачная вечеря Агнца. Это то место, для чего мы родились, для чего мы покаялись и уверовали, для чего мы приняли крещение, для чего мы исполнены Духа Святого. Мы званные. О, как хочется быть избранным, ибо много званых, но мало избранных. Ободри нас, призови нас, подними нас, Господь. Уж ты, как подарил.
может занять то место в нашем сердце, которое определено Тебе. Дух наш ищет общение с Тобою. Благодарю Тебя, Господь, что Ты дал нам эту полноту. Ты дал нам возможность, Ты дал нам открытые двери к этому блаженству, к этому миру сердечному, когда человек может почувствовать себя на своем месте, в доме своем, у Отца своего, на Твоей груди, Господь, близко к Тебе, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя. Только в Тебе мы находим этот покой. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, сана Тебе, Фраде Гломан. Урама, Джизус, аллилуйя. Урама, Шайзен, Фраде Гломан. Твоя любовь.
наши сердца. Ты возьми нас за руку, Господь. Ты влеки нас, и мы будем увлечены Тобою. Аллилуйя. Дух Святой, наполняй, Господь, сердца. Мы жаждем Тебя, Господь. Мы жаждем Тебя, Дух Святой. Мы жаждем движения Твоего, дыхания Твоего. Дух дышит, где хочет. И голос Его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Мы хотим, Господь, сейчас Твоего движения, Твоего голоса, Твоей благодати, Твоей силы. Аллилуйя! Аллилуйя! Сана Рабалемен! Чтобы народ Твой поднял крылья свои, крылья веры, крылья силы Твоей. Ободрившись, Господь, Твоей надеждой, мог, Господь, подняться, мог возойти туда на гору, где Ты обитаешь, где Ты говоришь и исцеляешь. И утешаешь, аллилуйя, 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 Иисуса, Отче. О, Фаде, Иисус. Сегодня меня Господь побуждает говорить, аж вести ты бандис литуишкой, сегодня меня Девас скатина кальбети апе Йо Егос шальтинюс. И аж присилездамас при Ю, бандису Йос отверти, Йос Юмс, Йос пыкей жиноте. И меня Девас скатина апе тэй кальбети. Kaip man mums juos atpažinti, kaip juos išlaikyti, kaip juos priimti, kaip juose augti, pastoviai nulatos.
Ir pradėti aš noriu nuo pirmo korintiečiams. Apaštalas Paulius rašo tokį gana griežtą laišką korintiečiams, kurie nežinojo, kaip pribūti viešpatės vakarienėje. Jie darė klaidą, ateidavo tenais tam, kad prisivalgyti. Imdavo Jėzaus Kristaus kūną, duoną, laužydavo ją ir valgydavo tam, kad prisivalgyti. Ir imdavo jo vyną, kaip, ne kaip kraują, bet kaip gerdavo kaip vyną. Ir kiti net ir nusigerdavo, kaip mes skaitome. Aš paskaitysiu šią vietą. Jūs susirinkate kartu, bet ne viešpaties vakarienės valgyti, nes kiekvienas paskupas suvalgyti savo maistą. Ir vienas lieka alkanas, o kitas nusigeria. Argi neturite savo namų valgyti ir gerti? O gal norite paniekinti Dievo bažnyčią ir sugėdinti stokojančius? Kas man belieka sakyti? Pagirti? Ne, už tai nepagirsiu. Ir toliau apaštalas Paulius moko, kaip iš tiesų turi vykti viešpatės vakarienė. Mes žinom puikiai šitą vietą atmintinai, aš jos neskaitysiu. Tik štai gale jisai vedama šventosios dvasios sako, nes kas valgo ir geria nevertai viešpatės kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria savo pasmerkimą. Todėl tarp jūsų daug silpnų, bei ligotų ir daug užmygusių. Sinodaliniame vertime numirusių. Vienas ir tas pats graikiškas žodis, kuris verčiasi arba kaip numiręs, arba kaip užmygęs. Bet esmė yra ta pati, tai yra dvasinė mirtis, dvasinis toks miegas, kuriame, į kurį gali įkristi krikščionis, neskirdamas Dievo kūno ir kraujo, neteisingai jame pribūnamas. Aš noriu dabar kalbėti apie tai, apie Dievo kūną, ne kaip patį kūną, bet tą dvasinę reikšmę, kurią jis neša mums. Ir kraują, kuris neša mums, kokią dvasinę reikšmę mums neša jo kraujas, nes jo krauja yra jo mirtis. Tas kraujas tekėjo iš jo kūno, kuomet jisai mirė, ir su kiekvienu jo lašu išėjo jo gyvybė. Todėl jo krauja yra jo mirtis. Ir tam, kad tarp mūsų nebūtų silpnų, tai yra mes galėtumėm priimti jo jėgą, mes turime teisingai pribūti šiame laužime. Tai yra kiekvienos dienos toks būsena mūsų, kiekvienos dienos pribūti jo laužime, jo duonos laužime ir jo kraujo gėrime. Jėzus sulaužė savo kūną. Ir jis sako, kad jis toje vietoje, kur apaštalas Paulius kalba, kaip turi vykti Dievo vakarienė, jis sako, jūs turite skelbti Dievo mirtį, kol jis ateis. Bet Dievas jau numirė, jis tą padarė. Kodėl mes turime ją skelbti? Ir Dievo kūnas jau buvo laužiamas. Tačiau jisai iki šios dienos dar laužiamas, toliau. Jau praėjo 2000 metų ir jis laužiamas dar ir dar ir dar kartą. Dievas sako, kad mes turime paimti savo kryžių, kurio turime susitapatinti tik kartu su jo mirtimi. Ir ant to kryžiaus mes turime laužti patį save. Štai kodėl tas kūnas iki šios dienos dar laužiamas vėl ir vėl. Todėl, kad mes dabar esame tas kūnas. Dievo bažnyčia yra tas kūnas. Kiekvienas iš mūsų yra to kūno dalis. Todėl mes turime laužti, kaip Jėzus sulaužė save, numirė ant to kryžiaus. Mums nereikia mirti fiziškai, tą padarė Jėzus. Tačiau mes turim sulaužyti savo senąjį žmogų ant to kryžiaus. Ir mirti, praktiškai geriant kraują, geriant savo mirti. Ir skelbti tą mirtį, kol jis ateis. Skelbti mirtį savo senajam žmogui, savo senajam aš, savo ego, kuris mums maišo priimti. Kartais labai trukdo priimti tai, ką nori Dievas mums duoti. Jo jėgos šaltinius. Mes turim atstumti save, paniekinti netgi save, savo sielą paniekinti.
tam, kad priimti tą, ką nori duoti Dievas mums. Jis nori atverti mums savo šaltinius, savo jėgos šaltinius. Ir tam, kad juos priimti teisingai, reikia atstumti save, palikti save. Daugelis žmonių bando imti savo kryžių. Jėzus paėmė savo kryžių, bet jis sako, mes turim paimti savo į kryžių ir sekti paskui jį. Daugelis bando paimti jį, bet neatstumė savęs. Jėzus sako, atstumk save pirmiausia, palik save. Tada tu sugebėsi teisingai paimti savo kryžių. Daugelis tai daro ir jiems labai nesiseka. Jiems tas kryžius labai, labai sunkus. Vien tik dėl to, kad jie nepaliko savęs, neatstumė savęs. Jie labiau pasitikėjo savimi, bet ne Jėzumi. Dažnai jie tą daro prieš kitus ir daro prieš žmonės. Kada tu iš tiesų paimsi savo kryžių, žinos tik tais tu pats ir Dievas. Galbūt tavo žmona, tavo vyras. Nes tu vaikščiosi ne prieš žmonės, bet prieš Dievą. Kada Abraomui apsireiškė Viešpats, jisai tarė jam, jis paliepė jam, vaikščiok prieš mane, vaikščiok mano akivaizdoje ir būk tobulas. Dažnai mes vaikščiom prieš žmonės, mes bandom jiems įtikti, tai ir nėra blogai. Mes vaikščiom prieš žmonės ir bandom atrodyti šventi jų akivaizdoje. Ir už bažnyčios ribų darome blogus darbus, tolimus nuo Dievo, tolimus nuo tikėjimo. Vaikščiokit prieš Dievą. Vaikščiokit jo akivaizdoje, nes jis mato viską. Aleliuja. Du Dievo jėgos šaltinius aš išvardinau. Tai Jėzaus kūnas, kuris yra laužomas kartu su mumis. Jisai po šiai dienai yra laužomas. Ir mes turime laužti savo kūną kartu su juo. Tai yra Dievo kraujas, vynas, kuris yra kraujas, kurį mes priimam kaip kraują ir geriam kartu su juo ir skelbiame mirtį. Tai yra du jėgos šaltiniai. Korinfo bažnyčia nesuprato to ir jie buvo silpni dėl to. Dar ką aš norėčiau pasakyti ir atverti jums kitus šaltinius, kurias jūs puikiai žinote. Taurė, kurioje yra pats vynas. Žinote, aš žinau labai daug atvejų, kada žmonės Dievo vakarienės metu priimdavo išgydymą. Jie išgydavo fiziškai nuo kažkokios ligos. Nes jie sakydavo savo, aš tai prisiliesiu prie šitos taurės ir išgysiu. Aš žinau daug tokių atvejų. Kitose bažnyčios, aš nežinau, galbūt tai yra ir pas jūs. Kaip ta moteris, kuri 12 metų buvo ligota, sirgo lyga, jinai išleido visus savo pinigus. Daktarams ir jai tik tai darė blogiau ir blogiau. Ir štai ji išgirdo apie Jėzų, kuris išgydo, kuris daro stebuklus. Ir ji tarė pati sau, štai ateisiu, prisiliesiu prie jo drabužių ir išgysiu. Šiandien taurė simbolizuoja tą Kristaus kūną, jo drabužius, jei norite, prie kurių jūs galite prisiliesti. Aš jos neaukštinu, tikrai, ir nenoriu, kad dabar būtų kažkoks, mes lenktumėmės daiktams, jokiais būdais, to negalima daryti. Bet noriu suprasti, kad jūs suprastumėt, kas tai yra vakarienė. Mes galime prisiliesti prie Jėzaus ne tik Jėzaus vakarienės metu, Viešpaties vakarienės metu. Mes galime prisiliesti prie Jėzus, prie Dievo žodį. Tai yra taip pat dar vienas Dievo šaltinis, skirtas mums. Kad mes pribūtume jame kiekvieną dieną. Aleliuja, aleliuja. Dovydas savo psalmėse giedojo. Visos mano versmės, visi mano šaltiniai yra tavyje. Tavyje, tai yra tavo kraujyje, tavo kūne. Laužomame kūne. Kitas Dievo šaltinis, labai svarbus, labai didelis, platus, gal netgi pats plačiausias, pats svarbiausias, tai yra Dievo meilė. Tai yra Dievo meilė.
Kartą Dievas apsireiškė Jonui ir jis apsireiškė kaip pirmas ir paskutinis. Jis su tokiu vardu atėjo pas apsireiškė Jonui kaip pirmas ir jisai pasakė, aš esu pirmas ir aš esu paskutinis, aš esu Alfa ir Omega. Su šiuo vardu jisai įteikė jam siuntimą 7 bažnyčioms. 7 bažnyčioms su įvairiais pamokymais toms bažnyčioms. Ir vienas iš tų siuntimų buvo Efezo bažnyčiai. Šiai bažnyčiai, atrodo, šioje bažnyčioje buvo viskas tvarko iš pažiūros. Ji darė nuostabius darbus vardan viešpatės vardo, vardan jo šlovės. Jie ištyrė paštalus, kad jie netokie iš tiesų, kad jie yra apsimetėliai. Ir jie daug labai dirbo. Bet nebuvo tame meilės. Ir viešpats sako per apaštalą, perduok jiems. Jie paliko savo pirmąją meilę. Ji yra pirmoji ne tik todėl, kad ji pažįstama, kai mes darom pirmosius žingsnius viešpatyje. Pačioj pradžioj mūsų kelio, tikėjimo mūsų. Ji yra pirmoji todėl, visų pirma, todėl, kad ji išeina iš pirmojo, iš to vardo, pirmasis, aš esu pirmasis. Ji yra meilė išeinanti iš Dievo. Tai nėra žmogaus meilė, tai nėra sielos meilė. Jų tų meilės rūšių yra daug. Bet tai yra Dievo meilė, ji išeina iš Jo. Ir mes galime pribūti joje. Tai yra milžiniškas Dievo jėgos šaltinis, kuris padengia daug nuodėmės, kaip parašyta. Meilė sugeba priimti žmogų toks, koks jis yra. Atskirdama nuo jo nuodėmę. Pamildama patį, gal netgi patį blogiausią žmogų. Toks buvo Dievas tėvas, kai jisai atidavė savo sūnų, kai mes visi buvome nuodėmėjai, mes buvom to neverti. Jis atidavė sūnų, pamilęs mus. Ir jei mes norime mėgdžioti Dievui, mėgdžiokime būtent taip, jo meilėje. Galbūt kažkoks žmogus artimas jums yra tolimas nuo Dievo, jis labai ilgai meldžiatės ir laukiate, kada jisai įtikės. Ir ta diena vis neteina ir neteina. Bet nenustokite tikėti. Nenustokite mylėti to žmogaus. Atskirkite nuo jo nuodėmę, kuri yra, gyvena jame. Nuo jo pačio ir pamilkite jį. Meilė sugeba išvelgti žmoguje pačias geriausias jo savybės. Net jeigu jų labai nedaug. Net jeigu tie darbai, kuriuos jisai daro, yra tolimi nuo Dievo. Sugeba išvelgti kažką tai, kas labai giliai, kažką gero, kuris vis tiek yra jame. Ištraukti ir išaukštinti jį. Tokia yra meilė. Dievo meilė, kuri išeina iš jo. Aleliuja. Tai yra vienas plačiausių, vienas svarbiausių Dievo šaltinių. Jeigu mes jį paliekame, paliekame patį Dievą. Nes Dievas yra meilė. Jei mes pribūname meilėje, jo meilėje, mes pribūname jame pačiame. Ir jeigu mes ją paliekame, mes paliekame patį Dievą. Nei daugiau, nei mažiau. Meilėje jau yra kažkoks tikėjimo elementas. Aš nežinau, kaip tai yra, bet taip yra, tai parašyta. Tai parašyta, kad ji viskuo tiki. Galbūt dėl to jinai yra didesnė nei tikėjimas, ir viltis, kaip parašyta. Nes ji jau viskuo tiki ir viskuo vylėsi. Viskuo tiki ir viskuo vylėsi. Joje yra, jau mes priimdami ją iš Dievo, priimam kažkokį tai, kažkiek tai tikėjimo kartu su ją. Nežinau, kaip tai yra, bet tai parašyta, ji viskuo tiki. Tai yra nuostabu. Aleliuja, aleliuja. Meilė kantri ir malonė. Ir jei mes pribūsime joje, mes būsime kantrus ir malonus. Mes nepavydėsime, mes nesigirsime. Mes neišpuiksime. Nesielgsime nepadoriai. Neieškosime savo naudos. Nepasiduosime piktumui, nemastysime piktai. Nesidžiaugsime neteisybę, bet džiaugsimės tiesa, tai parašyta, ji paliesdama mus, padaro mus
tokiais, kokia jinai pati yra. Aleliuja. Aleliuja. Meilė uždengia daug nuodėmių. Niekas kitas taip neuždengia, kaip meilė. Ir mumyse pačiuose ir kitose žmonėse, kurias mums daug lengviau priimti. Pribūnančioje meilėje. Dar kitas Dievo šaltinis, jėgos šaltinis, tai yra Dievo žodis. Dievo žodis, kuris, kaip ir meilė, Dievas sutapatino Dievo žodį su pačiu savimi. Ir Dievas buvo žodis. Ir per jį mes galime pribūti viešpatyje. Tai yra irgi vienas iš plačiausių šaltinių, vienas iš plačiausių, labiausiai mums prieinamų Dievo jėgos šaltinių. Ir jei mes jį paliekame, mes labai stipriai nukertame nuo savęs to, ką nori mums Dievas per jį pasakyti ir duoti mums. Aš noriu paskaityti apaštalo Pauliaus siuntimą laišką romiečiams, kuriame jis rašo. Štai kodėl mano širdį traukia ir jums Romoje skelbti Evangeliją. Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Nes ji yra Dievo jėga. Pati Evangelija yra Dievo jėga. Ši žodžius vertėsi kaip geroji naujiena arba geroji žinia. Ši žinia jau senai nustoja būti naujiena. Visi žino, kas yra Jėzus. Bet ar jie priėmė jį savo išgelbėtojų, įtikėjo į jį. Dėl to mes turime nešti šią naujieną, šią žinę apie Jėzų Kristų ir ką jis padarė. Tai yra jėgos šaltinis mums patiems. Ne tik tai tiems žmonėms, kurie paskui ateis pas Dievą, bet ir mums patiems. Prisiminkite, kai jūs nešėte Evangeliją kitiems, kai jūs liudijot, koks tai buvo jėgos šaltinis, kaip jūs skrisdavot ant sparnų. Aleliuja, aleliuja. Prisiminkite tas dienas. Efezo bažnyčiai Dievas sako, prisimink tą laiką, kada iš kurio tu nukritai. Ir jeigu kažkas paliko, tai prisiminkite, sugrįžkite į tą vietą. Sugrįžkite ją. Aleliuja, aleliuja. Tai jeigu šaltinis ne tik tai visiems kitiems žmonėms, visų pirma jums patiems. Pats Dievo žodis yra toks šaltinis. Aleliuja. Šventoji dvasia, dar vienas Dievo jėgos šaltinis, šventoji dvasia, kuri labai taip pat yra labai svarbi. Nes ji savyje neša ir meilę, ir Dievo žodį. Nes be jos Dievo žodis yra miręs. Mes galėsim pažinti Dievo žodį, galbūt netgi atmintinai, bet tai tik tai bus pažinimas, kuris išpūs mane, mus. Jeigu ta žodis, pavyzdžiui, negimdys mumyse meilės, nes apaštalas Paulius sako, jeigu aš meilės neturiu, atrodo, viską turiu. Jisai pranašauja, jisai daro nuostabius dalykus. Bet jeigu neturiu meilės, jisai sako, aš esu skambantis varis. Niekas, aš esu niekas. Ir jeigu Dievo žodis negimdo mumyse meilės, jis yra tuščias. Jis tik tai išpučia mus. Kai parašyta, kad žodis išpučia, o meilė, ji pripildo. Būtent meilė. Ir tą daro šventoji dvasia. Kai šventoji dvasia mus pripildo, mus veda, ji atveria Dievo žodį ir gimdo mumise ne tik meilė, bet daugelį kitų dalykų, iš kurių išeina ir pati meilė, ir taika, ramybė, romumas, paklusnumas ir taip toliau. Yra daug. Visa tai išeina iš Dievo žodžio. Mes pažįstame per Dievo žodį, koks buvo Jėzus ir norime jam mėgdžiuoti. Šventoji dvasia yra kažkas, kas neneša savyje, nekalba iš savęs nieko. Ji tik tai ima iš Jėzaus ir skelbia mums. Tai yra nuostabi šventos trejybės, viena iš šventos trejybės Dievo asmenybių, kuri nieko nedaro iš savęs. Ji tik tai skelbia, ką matė ir girdėjo iš Jėzaus.
išeina iš jo. Yra parašyta, Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Ir jūs priimsite Jėzų, jūs priimsite jėgą, kuomet ant jūsų nužengs šventoji dvasia. Štai kada mes būsime pajėgus priimti jėgą. Štai kada mes būsime pajėgus priimti Dievo jėgos šaltinius. Štai kada jie mums atsivers. Visi šaltiniai, ir apatiniai, ir viršutiniai. Apie tai dar galima šnekėti irgi ilgai, kas yra apatiniai šaltiniai ir kas yra viršutiniai šaltiniai. Jie yra skirti mums, visiems. Bet mes būsime pajėgus tai tik tai su šventaja dvasia, ne patys. Dar vienas jėgos šaltinis tai yra pats tikėjimas. Pats tikėjimas, kuris mums duotas, kuris išeina iš Dievo taip pat. Nors atrodytų mes jo tikime, tai atrodytų jisai mums lyg ir priklauso. Bet taip nėra, jis išeina iš Dievo taip pat. Ir mes priimame su juo, jis visų pirma nukreiptas į Dievą, nes tiki Dievu, kad jis yra, kaip parašyta. Ir ieškantiems jo jis atlygina. Štai kas yra tikėjimas. Mes žinome, kad tikėjimas yra iš klausimo, o klausimas iš Dievo žodžio. Tai yra vėlgi mes grįžtame prie Dievo žodžio. Visa tai yra susiję kartu ir kai tai tarsi kažkokia grandinė, ratas uždaras. Ir jeigu vienas kažkoks elementas šiame rate nukenčia, trūksta visa grandinė. Ir tai, nes dvasiniuose dalykuose viskas išeina iš Dievo. Viskas ir prie jo grįžtama. Atminia įmiknimu. Tai yra tarsi uždaras ratas. Ir visi dalykai jie susiję vieni su kitu. Tame tarpe ir jėgos šaltiniai. Mes turime visus juos turėti, kad juos priimti, visus. Ir tikėjimas mums duotas tam, kad mes galėtume įtikti Dievui. Be jo įtikti Dievui, kaip parašyta, neįmanoma. Tikėjimas yra jėgos šaltinis, taip pat, kaip parašyta, iš tikėjimo į tikėjimą, iš jėgos į jėgą. Ir pabaigoje aš norėčiau pasakyti, kad Dievas pasirenka silpnuosius. Tie, kurie nepasitiki savim, savo jėga, savim pačiu, atstumia save. Ir Dievas dažniausiai išsirenka iš pasaulio būtent silpnuosius, kad sugėdinti galingus pasaulyje, tai parašyta. Ir jeigu mes norim priimti Dievo jėgos šaltinius, jeigu mes norime, kad jie mums atsivertų, kad jie mes augtumėm juose, pribūtumėm juose, mes turim palikti save, savo patį, ant to kryžiaus, kurį mes turime paimti, ant jo turi numirti tas mūsų senas žmogus, kuris mums maišo tai padaryti, trukdo tai padaryti. Aš noriu perskaityti nuostabią vietą, tai yra bus antras laiškas korintiečiams, kuriame apaštalas Paulius iš pirmo žvilgsnio kalba labai keistus dalykus. Bet Viešpats man pasakė, pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Apaštalas Paulius 3 kartus meldėsi, kad Dievas nuimtų nuo jo negalę. Jis turėjo regos negalę ir kai kurie jo laiškai parašyti, diktuojant savo padėjėjams ir jie rašydavo tos laiškus, mes žinome apie tai. Ir jis meldėsi 3 kartus, kad Dievas pašalintų šią negalę. Bet štai Dievas jiems sako, pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Todėl mieliausiai giriuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. Patenkintas tad silpnumu, paniekinimais, sunkumais, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas esu galingas. Keista atrodytų. Tik tuomet, kada jisai silpnas, sako, aš tada esu galingas. Kai mes paliksime savo jėgą, savo supratimą, savo
pasitikėjimą savimi pačiu, tada mes būsime pasiruošę, pasirengę priimti Dievo jėgos šaltinius. Haleliuja. Haleliuja. Tai štai tiek aš norėjau jums pasakyti šiandien. Būkite palaiminti. Ir pabaigoj, kaip pas mus yra gera tradicija, mes dar kartą pasimelsim, atsistokime. Слава Богу за такую музыку, правда, братья и сестры? Мир вам, дорогая церковь. Несмотря на то, что уже есть на этом свете люди, которые зовут меня дедушкой, я все равно хочу прославить имя Господа пением. И Давид, он тоже много пел, да? И он призывает нас: пойте Господу, прославляйте Господа пением, воспойте Ему. Да благословит нас Господь, и я тоже хочу воспеть один псалом, который говорит о результатах голгофских страданий Господа нашего на кресте. Thank you.
Я в бессмертие иду, зная на зло и скорбей, и страданий дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Против церкви истины войско ведет сатана, духи зла ополчились, как звери. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я в Господа верю. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я в Господа верю. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, и я счастлив, что верую в Бога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, и я счастлив, что верую. Нет от радости слов, очень мне повезло, мною найдена в небо дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Слава Богу. Это поистине прекрасное, что мы, как я здесь пел, живем не зря на этой земле, правда? А еще лучше, что ждет нас неземная страна. И это радует наши сердца. Хочу вам предложить спеть еще одну песню уже вместе. Вы согласны? Давайте попробуем. Но только петь это будем под фонограмму, а фонограмма ошибок не прощает. Поэтому, пожалуйста, не задерживайтесь, я постараюсь вести, а вы будете вместе со мной. Это хорошо вам знакомая песня. Ну, давайте так попробуем. Можете сидеть, можете стоять, кто так. И оператор, мы слова тоже попросим вас, чтобы вы высветили. А вдруг получится? Когда дух Господень наполняет меня, пою я, как пел Давид. Когда дух Господень наполняет меня, пою я, как царь Давид. Пою я, как царь Давид. Пою я, как царь Давид. Когда дух Господень наполняет меня, молюсь я, как царь Давид. Когда дух Господень наполняет меня, молюсь я, как царь Давид. Молюсь я, как царь Давид. Молюсь я, как царь Давид. Когда дух Господень наполняет меня,
Я плачу, как царь Давид, когда дух Господень наполняет меня. Я плачу, как царь Давид. Я плачу, то плачу, как царь Давид. Я плачу, как царь Давид. Когда дух Господень наполняет меня, борюсь я, как царь Давид. Когда дух Господень наполняет меня, помолюсь я, как царь Давид. Борюсь я, как царь Давид. Борюсь я, как царь Давид. Слава Богу! Мир вам, дорогие возлюбленные, особенно сестры, мамы. Я тоже сын у своей мамы, но не единственный, нас трое. Сестры, правда, нет, а мама еще жива. И я благодарен Господу, потому что мы каждый день возносим молитвы за родителей и за маму. Мне пока 56, а ей пока 86. Но в этом году по одному добавится ей и мне. Слава Богу. Я сердечно вас, сестры дорогие, поздравляю. Все мы, каждый из нас, имел или имеет маму. Кто-то из вас мама. Да благословит вас Господь. И миром, и любовью своей наполняет. Знаете, с тех псалмов, которые только мы слышали, я понял две вещи. Не знаю, как вы, а я две вещи понял. Хорошо быть верующему и исполненным Духом Святым. Вы тоже так поняли? И поэтому вначале, чем проповедовать Слово Божье, делиться с вами, вернее, потому что на самом деле я одно давно место меня так, оно в сердце говорилось, тревожило, но в ходе того, как бы Господь поменял мои мысли и направил в другое русло немножко. Но вначале я прочитаю то место Священного Писания. Помните, когда воскресший Сын Божий, Иисус Христос, являлся многим ученикам, многим людям? Один сказал: «Не поверю». Вот не поверю, пока не вложу свои пальцы. И вот явился Иисус ему и говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Слава Богу! Вот так многие люди, я тоже, может быть, когда-то таким был, да? Но когда Иисус явился, тогда Господь мой и Бог мой. А ты поверил, потому что увидел, правда же? Разве Иисус мало являет своих чудес и знамений, чтобы поверовать, чтобы уверовать в Него, всемогущего Творца? Немало, правда же? Итак, дорогие друзья, преклоним свое ухо к тому, чтобы слышать. Немножко у нас есть времени некоторого, да? Я постараюсь вместе с вами на основании Слова Божия порассуждать на определенные темы. И как бы место Священного Писания довольно для нас известно и популярно, особенно для молодежи. Вот. Я тоже часто езжу с молодежью на молодежные конференции. Вот. Правда, последний раз не был в Риге из-за некоторых обстоятельств, но вот, наверное, мы помним, какая тема конференции, которая была в Вильнюсе вот на днях, прошлую неделю. Помним, да? Да благословит Господь, что помнили, да? Кто-то ездил на молодежную конференцию в Лигницу в этом году. Ездили, нет? Наверное, тоже помните, на какую тему там говорилось. Я напомню.
Я напомню, потому что некоторые мне говорят, что я слишком много вопросов задаю. Ну, не знаю, наверное, я такой мало знаю, много вопросов задаю. Вот. А вот тема была такая, как бы, да, на основании одного стиха, который я прочитаю. Это послание к евреям, 12 глава и 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Я не буду, может быть, на все об этом стихе, потому что много говорилось и на конференции молодежной, даже в Лигнице. И Бог что-то тоже и мне говорил, потому что я тоже участником был. И здесь говорится о том, что старайтесь иметь мир со всеми. Знаете, в последнее время мы немало слышим такое, как будто нам не нужно иметь старания. Ну, Бог нас принимает таких, как мы есть, и все хорошо. Да, когда ты первый раз приходишь к Богу, Бог принимает таких, как есть. Но если этот ребенок, он год такой, как есть, два такой, как есть. Вчера я наблюдал такую ситуацию, когда, скорее всего, бабушка, да, приехала в гости, ну, кому, к дочке, я так понимаю, да, и там ребеночек, и она, знаете, вот так вот, по всему огороду ходит, рассматривает, и все. Вот, как будто так надо этого трясти. Думаю, ну, бедный этот ребенок, он уже давно, наверное, спит, она ее все трясет. Зачем это надо? Так вот, дорогие друзья, старание нужно иметь, Слово Божие говорит. То вы, прилагая к всему все старание, даже все. Где кончается наше, там начинается Божие. Здесь Слово Божие говорит, старайтесь иметь мир со всеми и святость, да? Вот мир со всеми. Это нужно нам иметь, не так ли? А второе, и святость. И святость тоже нужно, да? Писание говорит, что плод наш есть святость. А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Но не о том старании, чтобы иметь мир со всеми, хотя это нужно. И мне нужно, знаете? И мне как нужно. Я тоже нуждаюсь, я тоже человек. Вот есть такой сосед, ну ни с кем не живет, не может житься. Ну и как к нему подойти? Невозможно. Молимся. Мир со всеми и святость. И святость тоже нам нужна, правда же? Потому что, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте, вы сказали, и Слово Божие так говорит, святы во всех поступках ваших, правда же? Вот, потому что немало мы в Слове Божьем находим, может, даже если время позволит, мы обратимся к некоторым местам в Священном Писании, говорящим о том. Но я хотел бы всех нас, знаете, обратить внимание на то, что Слово Божие говорит о мире, чтобы мы имели со всеми, и мы к этому приложили старание и святость, и Слово Божие говорит, без которой никто не увидит Господа. Я хочу увидеть Господа, а вы? И быть с Ним. Не так ли? Вот о том, что видеть Господа. Я хотел бы сегодня говорить и поделиться с вами некоторым Словом Божьим. Вот тот Фома неверный, как мы там говорят, и люди говорят, да, он говорит, пока не увижу, не вложу, не поверю. Это такой был Фома. Но Слово Божие, обратимся мы к Слову Божьему. Вот, видеть Господа. Как на страницах Священного Писания, как некоторые люди, верующие, уповающие на Бога, как они старались. Вообще-то есть, можно сказать, заложено Богом, в человеке то, что человек хочет увидеть Бога. Не так ли? Встретиться с Ним. Когда Адам согрешил с Евой, то они спрятались от Бога. Не так ли? Грех не позволил. Спрятались от Бога. Не хотели, чтобы Бог их видел. Но вообще-то внутри у человека как бы заложено. Хотим Бога видеть. Хотим встретиться с Богом. А каков Он? Мы так много слышим о Нем. Мы видим Его проявление. Может, кто-то не видит. А мы видим, потому что верующие, мы видим, замечаем. Написано, во всех путях твоих познавай Его. Во всех путях даже познавай Его. Господи, помоги нам всем. Поэтому, как бы такое место Священного Писания, хотел бы первое прочитать, это Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна сначала. Это первая глава. И 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
Вот оказывается. А здесь Слово Божие говорит, что никто не увидит Господа, без которой никто не увидит Господа. Вот не имея мира и святости, никто, не я говорю, Слово Божие говорит, не увидит Господа. А все-таки мы хотим видеть или нет? Не то, что так один раз там узреть, а вместе с ними быть, правда, во веки веков. Здесь смысл о том, не увидит, значит, не будет той встречи. Слово Божие говорит, что если кто не родится свыше, не родится от воды и духа, не может увидеть Царство Божие, да? Не то, что войти, а увидеть. А что значит не увидеть? Значит, и Господь никогда не увидит, правда же? Или нет? А здесь Слово Божие говорит, Бога не видел никто никогда. Но это так. Или нет? Но мы немножко будем возвращаться, потому что Давид нечто говорит тоже интересное, правда же? А Слово Божие говорит, Бога никто не видел. То есть в этом теле греховном мы не можем видеть Бога. Не так ли? Потому что человек согрешил. И он не может видеть Бога. Но в сердце, в душе человека, можно сказать, заложено Богом то стремление увидеть Бога, увидеть Господа своего, как Он есть. И поэтому вот здесь вот этот 18 стих говорит, что не видел никто никогда, но единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть, кого Он явил? Он явил Бога, правда же? Он собою, Он представил Бога, Он явил, слава Богу нашему. Слава Богу нашему. И поэтому, когда Евангелие от Иоанна, обращаясь в 14 главе, мы читаем такое место, 8 стиха. Филипп сказал ему, 14 глава Иоанна, с 8 стиха, Филипп сказал ему, это Иисусу, «Господи, покажи нам Отца и довольны для нас». Ну, правда, вот так вот. Был все время один из учеников, все время с Иисусом, видел чудеса. И тут настал такой момент, когда Иисус говорит, что время мое настало, я иду к Отцу моему и Отцу вашему. Правда же? И там возникла некоторая такая беседа, но он говорит Филипп Иисусу, «Господи, покажи нам Отца и довольны для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Слава Богу! Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Видевший меня, видел и кого? И Отца. Но мы можем сказать, знаете, а мы как, мы ж не видели Иисуса. Мы ж не видим как-то реально. Павел пишет в 2 послании Коринфянам в 5 главе. А если мы и знали Иисуса, пришедшего в плоти, то ныне уже не знаем. Вот как. А тогда Иисус говорил, это реально было. Иисус был среди учеников. Можно было дотронуться. Иоанн возлежал у груди. Это было приятно, правда же? С Иисусом быть. И многие стремились, некоторые стремились хотя бы прикоснуться к Нему. Правда же? Такое было. А здесь Фома говорит, покажи нам Отца и довольно. А Иисус говорит, я столько времени с вами, и ты не знаешь, Филипп, и ты не знаешь, Чеслав. Видевший меня, видел и Отца. Слава Богу нашему. Поэтому видеть Иисуса. Первое послание к Тимофею, когда мы читаем Слово Божие, в 6 главе, мы находим такое место, 16 стиха. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». Здесь тоже Слово Божие подтверждает о том, что единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, то есть в таком свете, который глазом человеческим невозможно увидеть. Хотя в интернете мы так часто находим, ученые доказали, что Бог есть. Вот открытие совершили, понимаете? Открытие совершили. Знаете, когда никто не может открыть, если не откроет что? Ну, Дух Святой, Сын. А если Он откроет, то никто уже не закроет.
Слава Богу нашему. А видите, ученые что-то там доказали. А Бог, Он был, есть и будет. И, как я говорю, Он более реален, нежели ты и я. Не так ли? Он более реален. Но в этом теле, в котором мы находимся, никто не может видеть из человеков. Не видел и видеть не может. И поэтому, немножко обращаясь к Слову Божьему, дальше мы посмотрим, как стремление как бы людей как бы видеть Бога, да? Я далеко не отходя, открою сразу Иоанна, 12 главу. Евангелие от Иоанна, 12 главы, с 20 и ниже. Немножко стихи я прочитаю. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, пока до этого места. То есть пришли некоторые и обратились к Филиппу и говорят, «Нам хочется видеть Иисуса». Ну, прекрасно, правда же? Они, может быть, много слышали о Нем, но здесь у них желание «хочется видеть Иисуса». Правда? Для чего они не хотели? Вот Иисус всегда, когда обращались к Нему, Он прямо попадал в цель, прямо в сердце. Прямо в середину. Он, не, может быть, в другой раз не отвечал на вопрос тех людей, которые ставили прямой, но Он отвечал на вопрос их души и духа. Не так ли? Это Иисус, который знал все. Нам хочется видеть Иисуса. Знаете, однажды Ирод тоже, он хотел видеть Иисуса, правда же? Но совсем с другой целью. Он хотел какое-то чудо посмотреть, как на фокусника хотел посмотреть. Но Иисус не делал фокусов и не делает. Это жизнь, это не фокусы, это серьезно. Поэтому он для Ирода никакого чуда и не совершил. Но здесь Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Аллилуйя, слава Богу. Слушайте, кажется, не на вопрос. Как бы хочется видеть Иисуса, ну вот привели. Ну и посмотри, и так далее. Но нет, что говорит Иисус? Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит? Мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Слава Богу нашему. Вот такой ответ Иисуса. Знаете, в этих словах так много сказано. Не так ли? Иисус отвечает, они хотели просто видеть Иисуса. Пожалуйста. Иисус говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Каким образом? И вот именно Он говорит, что как взяв пшеничное зерно. Если пшеничное зерно, кто сеет? В наше время мало кто сеет. Вот я сею. И недавно сеял пшеницу. Ну, так получилось. Не потому, что здесь написано, только пшеницу можно сеять. Нет, а пшеницу сеял. Не сам, правда. Не сеял вот так вот рукой. Сейчас сеялки есть, техника есть, можно там и сеять, да, пшеницу. Только, Господи, дай погоду на нашу землю, дай дождика. Когда будете молиться, вспомните, что Чеслав Сполукница просил дождя. Нужен дождь. Молились. Слава Богу, верим. И это уже ожидаем. Ранний и поздний. Он должен пролить этот дождик. Тогда земля произрастет этот плод. И мы будем кушать хлеб. В магазинах будет, иначе не будет. Вот, об этом мы тоже должны молиться. Так вот, Иисус показывал пример на пшеничном зерне. Если это зерно пав в землю, оно не умрет, то оно не принесет плода. Это правда. Это любое семя, оно должно умереть для себя. И тогда принесет много и доброго плода. Слава Богу нашему. Поэтому вот так хотели видеть Иисуса, а Иисус показал на нечто глубокое. Любящий душу свою погубит ее. Вот любящие души, что это значит? Жизнь. Хочет пожить человек, как люди некоторые говорят, хочу еще пожить.
А покаяться еще успею. А вопрос, успеешь ли? Даст ли Бог покаяние? Правда же? Поэтому так, эта жизнь, знаете, скоротечна. Знаете, жизнь коротка, можно так сказать, на этой земле. Знаете, второй попытки не будет. Одна единственная попытка, это вообще серьезно. Вот люди искали видеть Иисуса, встретиться с Ним, а Он даст тебе ответ на все твои нужды. Восполнит, услышит, ответит, укрепит и благословит. И мало того, любящий душу свою погубит ее. То есть, если ты хочешь пожить для себя, погибнешь. Погубишь душу. А ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Что значит ненавидящую? А вот так вот душа в какой-то, в некоторых смыслах говорится о жизни в этой, на этой земле. А если ты направишь свои цели на главное, не на второстепенное, а на Бога, в искание Иисуса, искание всемогущего Творца, который любит тебя и хочет дать тебе жизнь вечную, и ты сохранишь себя чем? Что войдешь в присутствие Божье, и Бог сохранит твою жизнь на этом земном пути, и ты сохранишь душу свою от многого и многого ненужного и грязного в этом мире, тогда ты будешь иметь жизнь вечную. Слава Богу нашему, да поможет Господь. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. Я надеюсь. Где я, там и слуга мой будет. Итак, дорогие друзья, мы немножко дальше идем. И вот книга Откровения. Книга Откровения есть такая. У нас это последняя книга. И мы с этой книги прочитаем, с первой главы. Знаете, так важно. С 10 стиха прочитаем. Когда Иоанн был сослан на остров Патмос, и вот с 10 стиха так написано: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши“». Может, я даже пропущу, а ниже с 12. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говорящий со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подирь и по персям опоясанного золотым поясом, глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияло в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Слышите? Вот так Иоанн описывает, когда услышал голос. Говорит: «Я был в духе в день воскресный». Возлюбленные, мы всегда должны быть в духе, не только в день воскресный. Не так ли? Всегда должны быть в духе, чтобы слышать голос Божий. И когда этот голос ему говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний», он отвернулся, чтобы посмотреть. И он увидел это видение. Это так прообразно мы можем видеть, как бы, описание Иисуса, да? Сына Божия. Прообразно. Он видел это видение. Это не то, что реально на самом деле, может быть, то есть, когда мы на самом деле войдем в Царство Божие и увидим Его, как Слово Божие, как Он есть. Правда же? Но Иоанн говорит: «Когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый». То есть Иоанн, который возлежал у груди Иисуса, который много слышал о Нем, видел чудеса, сам был участником, и даже за Иисуса имя был сослан на этот необитаемый остров Патмос. И он, когда увидел это видение, когда увидел эту славу Божью, можно так сказать, он говорит: «Я пал, как мертвый». Возлюбленные, вот такая встреча с Господом. Это о чем говорит? Это говорит о святости Его.
Не так ли? Это говорит о славе Его. Это говорит о могуществе Его, что просто так человеку находиться, видя славу Божью, невозможно. Не так ли? Были люди, которые, знаете, как Маной, я не могу, из-за времени, может, не буду читать, но вы можете себе отметить, книга Судей, с 13 главы, с 17 по 20 стихи, когда ангел Господень явился жене Маноя, она была бесплодной, но ангел сказал, не ешь того, другого, третьего, правда же? Воздерживайся от плода виноградного, от вина и секера, и не в уста твои ничего нечистого да не входит. И вот когда Маной услышал то, что человек приходил к жене, и, что ей было сказано, он обратился в молитве к Господу. И Господь второй раз послал, правда же, своего ангела. И жена побежала, чтобы возвестить мужу. И когда муж пришел, он стал говорить, что делать с тем родившимся, как с ним поступать. И ангел Божий повторил ему. Повторил ему те же слова, что сказал для жены. Но Маной не понял, что это ангел Божий. Он думал, что это человек какой-то. Он хотел угостить, как положено, такому человеку, вот такую радость возвещает, что родится сын. Да еще какой сын, правда же? А что сила Божья будет на нем такая, что это освобождение для народа Божьего будет, да? То он хотел хорошо угостить. А ангел говорит, нет. А он не знал. И когда потом узнал, они говорят, горе нам, мы умрем, потому что мы увидели Господа. Не так ли? Помните там такие слова? Горе нам, мы умрем, мы увидели Господа. Они знали, что если увидеть Господа во славе, можно умереть. Можно умереть. Сегодня мы, может быть, так привыкли, возлюбленные. Знаете, нашего Господа называют папулечкой. И еще как-то там, знаете, по-своему. Прямо смешно, знаете, бывает. А Бог есть Бог святой. Бог любящий, но Он творец. Он святой. Знаете, когда Моисей подходил к этому горящему кусту, это не просто Бог был, это Бог явился ему в виде горящего куста. И то слава Божия была там, не так ли? И нечто Бог сказал ему, слава Богу нашему. Поэтому, возлюбленные, и мы будем искать Господа. Хотелось бы еще место Священного Писания прочитать. Евангелие от Луки, с 19 стиха. Тогда, когда мы прочитали, что те люди, которые обратились и с Андреем, пришли к Иисусу, и они говорили, нам хочется видеть Иисуса. Им хотелось видеть Иисуса, Иисус им нечто указал. А здесь мы прочитаем об одном человеке, которого знаете. Знаете, я прочитаю со второй главы немножко. «И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса». Он тоже искал видеть Иисуса. Там хотелось, а здесь искал. Он человек богатый. Казалось бы, что ему, знаете, я вспоминаю, даже говорил здесь в церкви, когда я был в Норвегии, и там говорили с одним человеком, немножко так, через переводчика, да, что он сын верующего, довольно богатого человека, но неверующий. И когда спросили о вере, о верующих в этой стране, а он так и сказал, а деньги есть, зачем нужен Бог? А разве, когда деньги есть, то Бог не нужен? Да еще как нужен, правда же? Да еще как нужен. И вот здесь человек богатый, начальник, человек богатый, так написано, знаете, я не знаю, какой он богатый был, но весьма богатый, наверное, если о нем написано. Не такой, как я. Хотя, может быть, богатее. В чем? Писание говорит, мы не богаты, но всем обладаем. Правда же? Слава Богу, что нам что есть. Одеть, кушать и так далее. И самое главное, что Господь живет в сердцах наших. И вот этот человек искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав наперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме».
И он поспешно сошел и принял его с радостью. Возлюбленные, Господь видит каждое одно сердце, не так ли? Даже этого Закхея, может быть, кто-то другой не видел, а Иисус видел наперед. Когда этот Закхей наперед забежал, залез на эту смоковницу, но когда он проходил, Иисус проходил мимо, он увидел этого Закхея, видев, сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме». Скорее. Господь не хочет на завтра, Господь не хочет с понедельника, что и все, я завтра, с понедельника начну новую жизнь. Господь говорит, что я сегодня, надо бы на мне быть у тебя в доме. Не так ли? Закхей только хотел увидеть его. А Иисус говорит, мне надо нам быть у тебя в доме. И ты скорее сходи. И Писание говорит, он сошел и принял его как? С радостью. Аллилуйя! Слава Богу! Знаете, и ниже, я даже прочитаю, напомню для всех вас, что там произошло. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Скажите, что это было такое? Это покаяние. Люди говорили, что как Иисус мог зайти к этому грешному человеку? Вы, наверное, помните про эту женщину, которая омывала слезами, отирала волосами ноги Иисуса, не так ли? Как фарисей тоже говорил. О, если бы он был пророк. А здесь он встал же, не стеснялся при всех и сказал: «Господи, половину имения моего отдам нищим, если кого обидел, воздам вчетверо». Аллилуйя! Вот это настоящее покаяние. Настоящее покаяние. Знаете, что это для него означало? Он был мытарем, правда же? Все, тебе на таможне, Закхей, не работать. Сегодня таможня, да? На таможне сегодняшнего дня тебе, Закхей, уже не работать. Ты не наш человек. Не так ли? Он знал, на что шел. Но он покаялся. Слава Богу нашему. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Слава Богу нашему! Мы видим, дорогие друзья, когда люди искали просто Иисуса здесь на земле увидеть, Господь касался их сердец, глубины их сердец. Он их направлял, он им говорил нечто, что изменяло их жизнь. Слава Богу нашему! Правда же? Нам хочется видеть Иисуса. Он просто хотел видеть Иисуса. И, Господи, помоги всем нам следовать за Господом. И, знаете, можно еще тоже Евангелие от Луки прочитать. Сначала, тоже интересное место, которое мы все знаем. Это с третьей главы, со второй главы я прочитаю. С 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем». Слава Богу нашему за этого Симеона, правда же? Вот был такой человек. Это было, говорится, о рождении Иисуса Христа, дорогие друзья. Но это не просто так. Иногда мы вскользь просматриваем, да, на Рождество, вспоминаем, может быть, эти стихи, но нечто здесь произошло. Знаете, на самом деле, ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Слышите? Вот это было откровение от Бога. Духом Святым для него. Он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Старайтесь иметь мир и святость со всеми, без которой никто не увидит Господа. Но это говорится о том вечном, я так понимаю, да? А здесь ему было реально сказано. В жизни его, он уже был в пожилом возрасте, ты не увидишь смерти, то есть ты не умрешь, пока не увидишь Христа Господня. И что он увидел? Слушайте. Читаем, да? «И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки,
благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Слава Богу нашему! Слушайте, взял на руки, кого он взял на руки? И говорит: «Ныне отпускаешь, владыка, раба твоего, по слову твоему, с мира». Какой это владыка на руках? Правда же? Видели очи. Это не просто был ребенок. Это не просто был младенец. Он увидел Христа Господня. Слава Богу! Он увидел Христа Господня, потому что Духом Святым ему было сказано, и он его увидел. «Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». Видели очи. Он не только Христа Господня увидел, он увидел спасение. «Увидели очи мои спасение твое». Слава Богу нашему! Он духовными глазами смотрел, потому что Бог был с ним. Он был в Духе Святом, возлюбленный. Да поможет тебе и мне, Господь, следовать за Господом, стремиться к тому, что нам тоже увидеть Господа в свое время. Но, может быть, так, из книги «Исход», есть такая книга «Исход», 33 главы, я немножко прочитаю. Это вторая книга Моисея, да? Я немножко сокращенно буду. Знаете, это те события, когда народ Божий согрешил. И сильно согрешил. Настолько, что Бог говорит, что я не могу идти с этим народом, потому что если я пойду в одну минуту, уничтожу их. Не так ли? Возлюбленные, я советую для всех вас, когда вы придете домой, может быть, сегодня, ну, может, отложите на завтра, но исполните. Прочтите эту 33 главу, в том числе и 32-ю. Что много разуметь. Мы ходим пред святым и живым Богом. И вот Моисей, когда услышал этот голос, он, знаете, свой шатер поставил вне стана. Вот, 7 стих. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находящуюся вне стана». Каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания. И немножко ниже. И с 11 стиха. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Слава Богу! Смотрите, Бог говорил с Моисеем как? Лицом к лицу. Ну, это если я с Альгисом буду говорить, то я вижу уже его лицо, правда же? Вот иногда я говорю, мне трудно говорить, пускай сестра Стася не обижается, если кто-то в очках и темных, не вижу глаз его. Куда он смотрит, что он думает? Как-то люблю говорить с человеком открыто, с открытым лицом. Да? А вот Бог говорил лицом к лицу с Моисеем, не так ли? И слава Богу. Ну, здесь как бы уже, может быть, не по теме, но отмечу то, что Моисей возвращался в стан, а служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. А вот был некто, вот этот юноша, он не отлучался. Смотрим так, проходя по книгам Божьим, да, и мы видим, что Иисус Навин, у него была ревность по Богу, не так ли? Он был где-то там заметен. Он хотел быть близко с Богом. Он хотел искать Бога, да? И он оставался там. Моисей сказал Господу: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих
и помысли, что сии люди – твой народ. Господь сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» И сказал Господь Моисею: «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь: «Я поведу пред тобою всю славу, я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на этой скале. И когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видно». Слава Богу! Вот такое общение имел Моисей с Господом. Господь говорит, что ангела я своего пошлю, я не пойду. А Моисей стал умолять: «Ты говоришь, что знаешь меня и благословляешь, да, то иди со мной, иди с народом этим». Правда же? И Господь ему пообещал, что «пойду и веду тебя в покой». И 18 стих говорит о том, что Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». «Покажи мне славу твою». А Господь говорит: «Лица моего ты не увидишь». А как же он говорил лицом к лицу? Перед тем мы читали, что Бог говорил с Моисеем лицом к лицу. Не так ли? А тут говорит: «Лица моего ты не увидишь», потому что невозможно, что человек увидел лицо и остался в живых. Невозможно. А Бог говорил лицом к лицу. Потому что это не для человеков нужно, возлюбленные. А когда Бог говорил с Моисеем, Моисей чувствовал, что он говорит с Богом, и он говорит лицом к лицу, хотя лица его не видел. Не так ли? Хотя лица его не видел. Опять возвращаясь, возлюбленные, поэтому и многие мужи хотели видеть лицо Божье. И Бог являл свою славу, как и Моисею, Бог говорит, что лица моего не увидишь. Итак, открываем Деяния апостолов. Такое место для нас известное, когда муж Божий говорит с 25 стиха: «Ибо Давид говорит о нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». Как так? С одной стороны, мы видим, что Бог говорит, что невозможно, что человек видел лицо Божье и остался в живых. А Давид говорит, что «видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, чтобы я не поколебался». Как так? Симеон взял этого младенца и говорит: «Ныне отпускаешь, владыка, раба твоего по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех народов». Он видел. Правда же? Но видел не только этого маленького младенца, он видел славу Божью. Он внутри видел это, правда же? Он Духом Святым, которым Бог вел его, он видел это. Слава Иисусу! Возлюбленные, хотел бы еще два места Священного Писания прочитать для нас. Первое послание Иоанна с 3 главы, с 1 стиха даже прочитаю первых три. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи,
но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Слава Богу нашему! Так, народ Божий устал, даже не может слава Богу сказать. Вот сейчас вижу. Извините, но я такой человек. И чтобы попасть туда, в Царство Божие, вы должны любить и меня, самого плохого и худшего из вас. И здесь Слово Божие говорит, что возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Не так ли? Все мы знаем, что мы дети Божьи, правда же? Мы же дети Божьи. Аминь, по Слову Божьему. Но еще не открылось, что будем. Как бы до конца мы еще на этой земле, на пути, правда же? Но Слово Божие говорит, знаем только, что когда откроется, будем подобны кому? Аллилуйя. Какому Ему? Воскресшему. Не так ли? Воскресшему Иисусу, славному. Воскресшему. Подобны Ему. И что и Слово Божие? Потому что увидим Его, как Он есть. Возлюбленные, так увидим Господа или не увидим? Увидим. Многие стремились видеть здесь на земле, но Господь ему указывал путь и жизнь, потому что Он есть путь истинной жизни. Правда же? Симеон видел спасение Божье. Давид говорит тоже, что видел я пред собой Господа всегда. Возлюбленный, желаю тебе и себе. Я тоже стараюсь ежедневно видеть моего Господа. Не то, что как Фома, пока не пощупаю. Иисус говорит, не будь неверующим, но верующим. Не так ли? Видел Господа всегда. Будет то время, когда мы будем подобны Ему. Мы будем видеть лицо Его, видеть, как Он есть. В этом теле мы не можем. Мы в греховном теле. Это тело прячется. Для этого тела есть определение свое. Потому что плоть и кровь Царство Божие не наследует, а мы наследуем жизнь вечную в Господе нашем Иисусе Христе. И еще последнее место, тоже, которое вы знаете, возлюбленные, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, знаменитая глава, хотя все знаменитые, у меня даже уже 14 стих, 14 главы с 1 стиха читаю. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я». Слава Богу нашему! Возлюбленные, это цель Божья, что мы были там, где Он. И поэтому Слово Божие говорит, Слово Божие говорит, как вначале я читал, послание к евреям, вот с этой 12 главы, старайтесь иметь что? Мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Это не я говорю. Будем стараться иметь мир со всеми. И с братом Петром, и Иваном, и Марией, и со всеми нами. Писание говорит со всеми, не через одного, а со всеми. Так ли? Это не Чеслав сегодня говорит, это слово. И святость. И святость тоже нужна нам. Знаете, некогда Бог сказал, когда народ Божий возроптал, они шли по пустыне, нелегко, конечно, было, Бог испытывал, потому что эта земля обетованная, это, знаете, прообраз для нас, это прообразы для нас. Народ возроптал на Моисея, на Аарона. Зачем вы нас вывели? Тут ничего нету прекрасного. Ни гранатовых яблок, ни смоковниц, ничего нет, даже воды нет. Господь говорит Моисею, скажи скале, приведи народ к скале и скажи скале, и даст воду. Моисей сказал, и не только. И не только, дважды ударил палкой. Подумаешь, по скале, не по человеку уже ударил, правда же? Мы сегодня так, может, легко так смотрим на некоторые вещи, да? Два раза ударил по скале. Потекла вода, много воды. Но Господь нечто сказал. Да? Помните то место, что Господь сказал?
вы не явили святости моей. Подумаешь, скала, она ж не имеет никаких чувств. Сегодня, может быть, так часто мне просто по скале, а друг по друге, друг другу. Не палкой, а мягким языком. Слово Божие говорит, имейте мир со всеми и святость. Святость являть друг перед другом. Откуда начинать? Начинать с семьи, с мужа, с жены. Знаете, моей жены нет в эти дни. Уехала на 4 дня. Слушайте, я в бедствии чуть ли не. Нас мало осталось, только 7 человек со мною. Понимаешь, не хватает. Ну, не хватает, понимаете? Половины нет, и все. Имейте мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. А Слово Божие говорит, что мы увидим Его, если мы дети. А если дети, то стараемся иметь и мир, и святость. Будьте благословенны, да благословит Господь вас. Я не буду призывать сюда вперед, возлюбленные. Но вы знаете свое положение, знаете ваши сердца, знаете, какие мысли у вас, и Господь все это знает. Я предлагаю просто преклонить свои сердца пред Творцом, Богом Святым, и излить пред Ним сердце и душу, и быть на самом деле не тем Фомой неверующим, а верующими. Мы хотим встречи с Иисусом и встретиться с Ним лицом лицу, что быть подобны Ему. Не так ли? Да благослови всех нас Господь. Преклоним колени, помолимся.